когда выключают свет, которого тогда бобры появляются. А когда включают свет, тогда они смываются в канализацию. Что ты такое смотришь там? Что за бред вообще? Это я придумал вообще. Смотри, вон видишь, что... Читай, что написано, сынуля. Так. Осторожно на крышу не вылезай. Опасно для жизни. Ты видишь, не поставили люди запятую после осторожно. И получается, они советуют влезать на крышу неосторожно. Осторожно на крышу не влезать. Понял? Осторожно. А то вот, видишь, он уже кто-то пытался влезть осторожно. Видишь, что произошло? Вот почему тут дырка. Ну да. Смотри, я ее снял уже, да, сыночек? Можно по-другому. На крышу не влезать, а просто для жизни. Да. На крышу влезать, а просто для жизни. На крышу не влезать, а просто для жизни. Казнить нельзя помиловать. Опасно. Уже засрали. Ну, молодцы. Смотрите! Ты что, сынуля? Оближи теперь руку. Раз в какашку вступил, оближи руку. Давай. Слушай, Жорка, у нас появились грустные деревья. Ну, подумаешь, ты видел? Ну, подумаешь. Он их в первый раз увидел там на красношкольной. Ну, подумал, что ветки просто вверх ногами висят. Да. Говорит, такие грустные деревья. Такие гимнастику сделать, но неудачно умерли. А вот это да, какие странные вообще. Это, конечно, вообще булава какие-то, узлы. Что это такое вообще? Что за... У меня такое ощущение, что у них корни наружу, а крона внутри. Понимаешь, как будто их перевернули вверх тормашками. Вверх тормашками. Башками. Ну, корни тоже хотят побывать на воде. О, ну вот же. Дерево традиционной ориентации. Нормально все. Все понятно, все логично. И тут бабах. Бабах. Что это такое? Грустные деревья. Как это вообще? О, смотри. Голубь на прогулке. По кругу. А ну, крылья за спину. Ой, блин. Смотри, так там еще какие-то эти самые. Папа, хочешь, я тебя удивлю? Да иду. Пап, ну. Медведи лазили. Лапы высасывали. Нет, они сюда прятались. Медведь из лапы высосал. Ну это ты из пальца высосал. Медведя из лапы высосал. Сюда прятался медведь. А что, а тут смотри какое, что это такое? Оползень здесь был. Видимо, тут много червяков. Проползло. Оползло. Видимо, трава не передержала. Прочитал сегодня. А, это самое. Ну, написали, что Монтэнь, хотя я не помню, чтобы в Монтэнь такое было. Человек не способен создать даже червяка, а богов плодит тысячами. У меня ветку сорвал. У меня копье. Пошли. У меня копье, Так ты Шекспир, да? Смотри, сюда я засунул огромную палку. Видите, сколько там этого сантиметров? Недалеко прошел. Щуп. Понимаешь? Есть копье. Шекспир это шейк, это трясти. Понимаешь? А спир это копье. Жора. Шекспир.
А он, смотри, на дерево приземлился маленький парашютист. Правда, от него остались только штаны. Штаны? Это парашют. Нет, все кулек. Смотри, я деду. Кулек, кулек. Я дедушка. Я дедушка. Ну, хоть не бабушка.